Всем привет, друзья! Сегодня с нами, сегодня разбираем дом, и с нами Жека Краснодарский. Взяли на разбор домик и продаем по 3 куба пиленую доску. Жека Краснодарский, поздоровайся с друзьями. Приветствуем. Ребята, приехали на разбор. Разбираем дом. Да. О, сейчас будем колупать вот эти доски, наверное, да. Ну вот все вот это вот фигню надо колупать. Нам надо, короче, ломик. У кого, ребят, есть ломик, высылайте почтой. Я думаю, там посылка обойдется рублей 800. Ломик легче купить нам в магазине. Да. Это вот. Так, вот это. Короче, вот эта сторона не наша уже. Вот по этот брус. Это дядь Санина. А вот это мы разбираем. О, Жека попер уже. Жека Краснодарский ведет мяч. Женя, надо знать, что сразу делать. А вот эту вот наличку отрывать. Да, конечно. А, вы вот это? Да. Ее надо оторвать. А, она не дает. Ну. Наличник. Там вон табуретка есть. Табуретка. Вот это вот опасное место. Очень дорогое. Тут самое опасное, блядь, вот эти стекла, блядь. Стекла рано поснимать. А все остальное хуйня. Бруса тут особо немного. Ну вот этот угол только. Ну и тумбочки. Сегодня, Вова, тебе надо дров там, да, добить? У тебя пустой сарай вообще там? Это все, я тебе говорю, я сегодня опять утром пошел, напилил, бляха, так. Ну, там еще доски эти валяются, что. Распилил, чтобы она топила, бляха, не знаю. Ну, понял. Принес домой, короче. Ну, сейчас напилим, отвезем. Говорю, блядь, говорю, протопи, а сегодня никуда не съеби, блядь. Ну, а мужик там просит на субботу, на рабочем тоже. У моря там живет, напротив родника дорога-то идет туда, направо. Он говорит, в самый конец, говорит. В море, блядь, живет, а что, блядь, не можешь пойти, блядь, напилить, блядь, дров, блядь. У моря. А где там в море напилишно? В море тюлени у нас только водятся. Да. И моржины. Там только жир, блядь, в тюлени море. Вот сундук старинный. Все дрова, блядь. На собаке, блядь, ездит, блядь, дрова все сидит, блядь. Не матюгайся. Как там, блядь? Да, сейчас эти доски буду пилить, потихоньку рвите, вот сюда кидайте. А козла еще хотели переставить, чтобы поближе было. Сейчас вот на этом козле мы доски пилим, сейчас мы его сюда переставим, поближе. Сюда будем таскать. Жека Краснодарский, поменьше матюгайся. А то нас наш канал забанят, закроют. Не грохни с табуретки. Ладно, будем работать. Подписывайтесь сразу, ребят. Северные замуты, поиск сокровищ викингов и рыбацкие замуты. О, примерзло. Хорошо примерзло. Ага. Вот и все, сейчас его переставим. Ладно, ребят, надо мне работать, а то я снимаю, а парни работают. Все, увидимся. Ну, я вот пилю, а ребята мне выкидывают. Опа! Сейчас пильнем. Ну здесь, короче. Где? Вот это будет. Так, отсюда? Да. Надо распилить его. Так, просто пополам, да? Да, пополам, потом куски повыривать. Все. И это легче пойдет. Все, давай. Потому погнали. Что здесь лучше. Короче, вот эта пила, она, если большой у человека кулак, то она будет все время вот так срабатывать. Но я вот сейчас, она упирается. Тут нельзя даже, ну это 180-й штиль, пила несомненно хорошая, но когда рука, если рукавица мороз, сюда вот ее просто, я вот сейчас запихал быстро, и у меня раз она сработала. Немножко бы учесть это производителю,
и подальше ручку делать. Давай. Загиб этот немножко подальше. Стандартные домики канадской технологии. Знаете, я не знаю, это какие-то уже иностранные постройки, видите, с чердаками, с такими, с какими-то. Как будто военнопленные делали. Может, какие-то англичане, шведы, тут норвежцы. Все, кто против меня воевал, они потом все и делали вот тут дома. Да? Полковник управлял тут ими. Все, конечно, гвозди. О, бригада У! Нормально. Так, давай здесь пильнем тогда тоже, да, вот тут. Чтобы вот эти доски повырывать. Может, вот здесь вот не поддеть никак вот эти вот досочки-то здесь? Сейчас можно. Никак, да? Так вот давай. Это снять, бытусь. Я вот здесь вот оторвал, и теперь буду. Просто вот так себе не положить, стой. Там штапик не дает, видишь, вот этот штапик? Он и не даст на вот этот вот, да. Короче, да, вот такая вот эта фигня. Видишь, его и не подцепить тут. Нихуя. Нифига. Да. Примерно так. Только снизу-то сейчас подцепим, а сверху. Жека, ты работал уже с моей настройки, да? Ты, смотрю, такой рвешь, тут их где-то, да? Работал на стройке, да? На Некрасово разбирал сам дом. А, нифига, о, смотри тут. Знаешь, какая шапашка была конкретная? Без бруса дали, короче, дом. Ага. Хозяин, короче, там сам себе ставил, потом новый. А. И, короче, что он мне говорит? Ты, короче, это место разобрать, и он построит дом там, да? Я все полностью сам, он мне, короче, все отдал, вообще все. Я ту зиму вообще с дровами был. Он мне денег заплатил, еще, короче, все, короче, забрал. О, нифига. Там, короче, этот, ну, с бруса, короче, дом там. Ага. Круто. Так еще пилу свою дал. Это на Некрасово? Да, на Некрасово. Второй, третий. А как фамилия мужика? О, охренеть. Слушай, он, по-моему, где-то на железке, по-моему, работает такой полный. Как же, блядь, зовут? Ну ладно, все. Не тот, короче, я понял. Второй, третий дом, короче, от Ленина. От заезда. А, ну как едешь туда, да? Да, ну. Не со стороны ДКЖ, а с Ленина. Третий дом. Справа, слева? Справа. Справа тут, ну я туда возил туда дрова, ну. Справа. Ну там такие, да, старенькие дома из бревна. Он, короче, 38 дом, по-моему, был. Он 38 года, по-моему, был. Я сколько, я 10 кубов все, короче, почти, блядь, привез. Помимо всего, досок поналозил. Половые, короче, шестерка, блядь, по 6 метров. И из потолка любой, короче, нормально, блядь, было. Ну да. Столько-то, да? И 7 рублей еще и заработал. Вот. Если бы меня не знал, да? Ну. Я думаю, быстрее бы эти деньги бы пропили. Не, вот это вот его. Пили его. Такой, как нам надо, что ли? Вот, 134 высота, да, наверное. Так, этот мусор мы сейчас сюда скидаем. Обереги такие, видите. Нет, что же прям забрать будет. Что продаешь?
Да там, блядь, стеклопакет, блядь, прострелит, блядь. Я как раз иду, блядь, вижу. Стеклопакет тебе надо, да? Как обычно, блядь. На кого он стеклопакеты есть у тебя? Да нет. Бесплатно. Такой, такой, такой же стоит. Понятно, и счетчик. Ну. О, счетчик, кстати, есть, да, смотри. Как ему еще его не пропилено. Намечено. Странно. А что, может, вот это? Женя, смотрите. Ну, смотри, давай, где что пильнуть, я могу пильнуть, если достану. Так вот, я думаю, может, вот это попробовать? Пильнуть, да? Давай. Туда, блядь, не добраться, туда этого стапика пойдем. Где, куда, какой? Да вот это, чтобы вот это бы оторвать бы, можно было вон всю доску бы отрывать. А где пилить? Да вот здесь вот это, думаю. А, давай, сейчас попробую. Все понял. Давай, пильнем. Вот, смотри, наушники нашел. Блютусовские? Наверное, я что-то особо не разбираюсь. Пыльничек. Пыльничек, смотри, да? Пыльничек такой хорошенький. Забрать его пригодится. Не хотит. Не хотит? Давай еще пильнем где-то. Ладно, ты на одном месте не зацикливайся. Смотри, может, где-то еще раз. Ну, да? Так монтировка-то, блин, одна. Так вот, хреново, да. Зато насос есть, ну. Вон лежит насос там. Монтировка одна. О! Насос, ну. Велосипедный. Мы еще, кстати, в сарай не лазили. Слушай, может, там сарай полный дров. Там. Прикинь, правда, там, вон, короче, там дров, короче. Да, вон дров. Сарай, вот этот замок, который висит. Его надо же как-то, я не знаю. Я туда, короче, даже не ходил. И тут он не один, тут же, ну, как две семьи. Вот здесь одна и вторая. Видишь, две кухни? Ну, вот здесь. И как бы тут два сарая наших, которых мы еще тоже будем разбирать. Кстати, сарай еще легче разбирать, чем такой дом. С него... Да, там что, там оно в одну доску, наверное, идет. Да, разбирай, да, да разбирай. Да. И вот эти стойки, вон бревна толстые. Они, блин, как колотые дрова пойдут потом продаваться. О, мы еще даже туда не лазили. По 2,5 рубля. Да? По 2,100. 2,200 там, я не знаю сколько. Сколько? 2,200. 2,200 колотые, да? Ну, бля, что спрашиваю? Я тебе продавал, блядь, про кемский все расскажу. Ну, понял. Что, чё, где, как? Все нормально. Их будут у нас брать тогда тоже, да? Нету, конечно, будут брать. Давайте дерево попробуем. А что там пробовать? Открывай, давай. Что море? Да вон, я же еще пакет вытащил. Да, я не знаю, вон я тут наскладывал, куда их. Так, если эту... На рабочий поедем, можно будет себе забрать, да? Да, топить эту самую, слышишь? Коридор-то это. Как ты говоришь, у тебя коридор там отдельно топится или как? Нет. Ну, система там в коридоре или где она у вас система? По коридору идет. На втором этаже она у меня бахтой расширительной. Но... На чердаке. Ну вот, вот это же нормально топить. Ну да, что, закидываешь? Закинул, да и нафиг. Спичку чиркнул. Да, на Ростовку. Всё, вот прям. Эту тоже можно вырывать, я тут оторвал доску. Вот эту все? Во. А? На себя тянуть. О. Тихо, только не калечьте себя, по гвоздям не ходите. Соблюдайте технику безопасности. О, одноклассник проехал на обед. Привет тебе, славян. Мы тут горбим. И кто на что учился? Ты, как, короче, меня понял. Кто на что учился? Говорил мне папа, учись в школе, будешь начальником. Но я его не послушал, вот получается теперь балбес. Потому что надо в школу с дипломатом ходить. Был бы дипломатом, а ходил, да, в школу сранцем. Вот и... Засранец и стал. Стал засранцем. Ходил в школу сранцем, стал засранцем. А ходил бы с дипломатом, то был бы дипломатом. Медицинский не закончил бы. А, ты медицинский? Да. Ну все, будем тогда это. На массажист получился.
А, массажист? Ну, ёлкин дом, чё ж ты раньше молчал? Я бы тебе таких, таких девок подогнал бы. А до этого? Массаж бы делать. А до этого 6 лет там легкой атлетикой занимался, блядь. По России, знаешь, как покатался. А, это бегал или что-то? Ну. Ну, по всей России. Ну. Понял. Алло. Ну. Ага. Ну ладно, с пилой я пока вам тут Вова не нужен особо, да? Пойду я тогда это, пилить потихоньку. Или что? Снег еще повалил такой. Ты имеешь в виду, то есть чисто окно, а вот эти, то есть косяков этих нет. Ребят, кто не знает, вот здесь вот Белое море, вон его просвечивается даже. Прям берег Белого моря. Это Северная Карелия, город Кемь. О, гонщики какие тут. Короче, это. Надо арендовать массажный кабинет, но, ну, обделать его под массажный салон. Сколько сейчас один массаж стоит? Ну, массаж сделай, сколько сейчас цена? По областям, бля, смотря какой области, бля. Ну в Кеми-то в области. Не, ты же не поедешь, нахуй, в Мурманск массаж. Нет, я имею в виду область массажа, смотря какая. А, область ты массажа. Ты же не будешь, блядь, делать, блядь, с ног до головы, ебать. А, ну допустим, ну, там. Ну если сделаю, если полностью с ног до головы, где-то рубля 2, не меньше. Один сеанс. А, ну. Где-то одной области, ну в среднем рублей 250. Ага, то есть. Спину, шею там помассажировать, да, шею размять там, да? Да, чисто вот шею. Позвонки там эти. Да. Но. А если, слышишь, надо же разрешение на эту. Вдруг не туда, на ту точку нажмешь, человек как начнет дергаться, блядь, прикинь, на кушетке да, прыгать. Вот это, акупунктуры точку нарушишь? Защитить, как она, блядь, там это, блядь. Центр занятости, короче. Ну. Можно, короче, сходить, короче, они выделяют, короче, 200 тысяч. А, да? На свое дело. То есть пофигу, то есть даже ты можешь пойти, короче, ага. Если это рентабельно. Ну, надо план проект им, короче. Да, нужен, то есть, вот, план. Они там, короче, делаешь заявление, они, короче, это, подаешь в мэрию. И если, как бы, мэрия это видит, что это рентабельно для Кеми, и тогда без проблем. Ладно, надо перекурить. То вон тут, смотрю, кладовка пошла уже. Вход, дверь. Ребята там. О, вот что значит вдвоем, да? Двое есть двое. Да, во. Волковник там потеет по-тихому. Вчера напился, не вышел на работу. Сегодня вышел. Ну, один день, ладно. Только из-за него желудок болит. Это он для отмазки, наверное. Вчера не вышел, говорит, желудок болел. Хотя пьяный валялся. Пускай. Хорошо, хоть еще начальнику что-то в глаза, ну, пытаются соврать. Если бы честно бы сказал, что да, я пил. Что бы мне делать, да? Напишите, что бы вы делали. Ох, ладно. Что, братва, перекур? О! Только снег бы сгреб, сейчас на голову, блядь, будет сыпать. А сейчас на голову и упадет, смотри. Там доска. Давай перекурим. Чё? Перекурим, говорю. Надо работать, какой курить. Давай, давай. Будешь правильно, это, бугром скоро, если так будешь двигаться по служебной лестнице, скоро мастером станешь. Бригадиром. Че, службы занятости, придем потом с тобой, наберем человек 20, нахуй, домов 5 возьмем, ну, а ты будешь начальником. Нет, 20 много. Заберем все дрова кемские себе. Да ты половину полковнику дай, ну. Пускай он там с ними разбирается, с 10. А что ж тогда мы будем зарабатывать?
Что-то будем у нас. Нет. По 500 рублей с человека, это, хотя бы. Это, знаешь, тут хорошо, да, 20 чем, человек, 10 тысяч в день. Да. Чем больше зарабатываешь потом, тем больше будет хотеться. Да, да, нафиг. На хлеб хватает, да и ладно, что нам. Лишь бы на ремонт машины, да, это все бы хватало, а остальное будет. Ладно, перекурим. Да. Дядь Саша сегодня не видно, да? Нету. Ага. Погода, видишь, то плюс, то минус. Он же тоже не мальчик, но ломает погода. О, смотри, молодых-то блядь, ломает, не то что. А? Вон брус какой, блядь, на крышу. А это не наша половина. Наша вот эта вот, смотри, только половина вот этой вот. Половина того. Блядь. Вот видишь, вот это вот. Ну, я понял. Вот эту сторону мы всю вот эту вот разбираем. Ну, складываем, а потом делим, а потом делим на половину. А ты что, интересно, 30-ка, 25-ка, да, наверное? Доска? Да. 20-ка. Ну, брус вот такой длинный будем мы тоже отдельно потом, наверное, продавать. Сейчас кубометр стоит бруса, я не знаю, Вова говорит, там бешеных денег. Брус-то ты? Ну да, брус-то, блядь, да, если на доски брать, то, блядь, он дохуя стоит. 17 или куб, или сколько там, да? Брус дорогой. Брус дорогой. Я знаю, доски, по-моему. А он еще сырой, а тут-то сукенький. Но. Доска, дороже. По-моему, около десятки, наверное, стоит, блядь. Куб. Ну, куб, представь. Да, да. И то этот говорил, сколько-то 25-ка 11 там, но. Десятка, а, 40-ка 11 500, 25-ка 10, ну 11 что-то ровно. У меня где-то был прайс, короче, блядь, со завода, да, лесовое завода, Кемского. Ну, там даже что-то, короче, рейка, блядь, даже поштучно, короче, продается, короче, одна штука 30 рублей. Ну, блядь, короче, вот у нас склад есть, где складировать, там можно материал складировать, и, ну, как разборка автомобилей, доски одна цена, брус одна, кровля другая, объекты берешь и вот так вот раскидываешь, все, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Значит, тебе надо еще какую-нибудь пару домов, один хотя бы. Дай хоть с этим, этот до конца января дали разобрать. Этот разобраться. Ну, потом продлим, конечно, еще на февраль его, потому что... А что они это, как, что там, на месяц? Они, ну, просто дохло уже по времени. Так мы же в декабре брали, еще до Нового года, в декабре. А что там, она сказала, до конца января разбирайте. Ну, там написано в бумагах, что если нет, не хватило возможности, возможно, продление. Ну, продлим, что, у них же сроки тоже есть, правильно? Ну, хуя, переселение, да. Программа переселения, она же не просто так. Понимаешь, на этот дом, допустим, выделяется 60 тысяч. Примерно на разбор. Ну, примерно на разбор. А на двухэтажку 200 тысяч. То есть мы договор-то подписываем, что мы по собственной инициативе бесплатно. Ну, разбираем. Угу. А им, они как бы себе деньги забирают. Ну, это их там проблемы, мы туда не суемся. Мы сами вот продаем, себе зарплату делаем. Это как по осени. И им-то срок тоже надо отметить в бумаге, чтобы им эти 60 тысяч-то себе на карман при это... Приложили. Да, да, приложить, но. Вот так вот. Это по осени туда, не видел, сколько, блядь, объявлений кидали, сколько домов, блядь, подвигали. Ладно, мы в политику не лезем, у нас своей работы выше крыши. Политика. Да, так что сейчас перекурим, да, погнали дальше. Знаешь, как анекдот про доктора? Мужик подходит, приходит на прием, говорит, это, доктор, у меня, говорит, одно яйцо длиннее, чем другое. Тот, короче, трогал, говорит, да нет, говорит, они у вас одинаковые. Вот, а, ну ладно, ушел, короче, на следующий день опять приходит. Короче, говорит, доктор, говорит, у меня все-таки, говорит, я посмотрел, одно яйцо, говорит, длиннее, а другое короче. Тот трогал, теребил там яички. Говорит, да они у вас одинаковые. Ушел. И по коридору идет, и встречается ему по дороге сосед. Сосед говорит, ты что, говорит, тут делаешь? А говорит, у меня 15 минут на обеде выдается, так я, говорит, хожу яйца почесать. 15 минут на обеде свободно, хожу, говорит, доктору яйца почесать. Всевидящее око смотрит. Знаешь, говорят, в старину были люди трехглазые. На лбу был глаз еще третий.
Я там, во, сзади тебе получше складываю, такие потолще. Целый рядок выгрузим задний тебе. И нормально, что. Что ты говоришь, доктор? Часиков 6 сказали, дрова привезут. А, сегодня? Да, уже ходку одну, говорит, сделал. Сейчас, говорит. А так ты сколько заказал-то? 2. А, 2 куба? Да, бля, откуда денег столько? Подожди, 2 куба. А что, 2 ходки, 2 куба возить? Ну, видимо, может, на этом. На Буране там. Может, или на Буране, ну, на понял, откуда-то. Ну, понятно. Видимо, близко, значит, в лесу. Потом... Смягрики где-то возят, там, порыбачат, да. И, ну, не смягрики, ну, может, смягрики. Ну, с моря, наверное, возят, да. Главное, что быстро. Ну, да. Ну, и все, пока на первое время у тебя есть, а потом уже будешь здесь сам, сколько тебе надо, брать там, да. Правильно. Короче, 2 куба мне хватает чуть больше, чем на месяц. Ну, вот. А сейчас еще такая зима, так сейчас опять плюсовую обещали. Да там что-то не поймешь. Вроде говорят, снега, в феврале будут морозы нормальные. Там уже февраль, уже солнце будет светить. Уже будет мороз и тут же таять. В конце февраля уже март начнется. У меня мамка сейчас в Краснодаре, Новый год без снега, вообще снега вообще нет. Ну, вот и Петрозаводск такой же. А? Петрозаводске то же самое, выпало тут как-то и все растаяло опять. Так вот. Сейчас я еще в школу, мне надо ехать будет в час дня, малой, как раз, привезти малого. А у тебя куда? В этот ходит? На рабочий? Ну. На рабочий, он сейчас типа... съезжу его, заберу. Ну, у меня же, это, у нас же Женька уже все время, когда в садик подходил. У тебя же первый, да, он класс ходит? У нас вот ну. А у тебя во второй, да? Ну. А в группу в аду ходили они, что ли, или как? Не, а по-моему, в разные они, по-моему, разные? Ходили. Ну, я помню. Она просто бывала совмещенные группы, что я ее где-то видел в раздевалке, помню. Что своего забирала, и она кого-то забирала. Бля. Ну, короче, куда? Ну, блин, метровую бы монтировочку. Да, да, там да. Там их да. Осталось 4 штучки. В магазин надо потом куда-то заехать, посмотреть на хозяйство. Что, нужна? Я думаю, кто тут что ковыряет у меня? Тут он подо мной уже все раз ковыряет. Ну, скоро уже эта стенка пойдет, да? Чуть не упал туда вниз. Ладненько, пошел я складывать, пилить. Ну, под крышей хоть хорошо, да? Снег идет, а нам тут пофиг. Че, пильнуть, Вова? Сейчас Сан Саныча покормим и поедем дальше дом пилить, да? Передавай привет. Привет, тебя же уже ждут твои подписчики-то, Санька. Скажи привет, друзья. Привет, давай кушай, я поехал на работу. Сейчас чай тебе еще принесу. Давай, ученичок. На, раз картошку не будешь... Пей чай с яичком. А яичко что, уже затолкал все? А, нет, все тут. Ну, давай, все. Все, я поехал на работу. Да, ехать. Давай, ты за старшего. Понял. Если волк придет, скажет, я, ваша мама пришла, молока принесла. Ты скажи, ух, соси сосок, у нас глазок. Понял? Нет. Доктор, вот такой пойдет инструмент? Богатырская, о, нашли монтировочку еще, да? Фомочку маленькую, воровскую. Да. Ну, понял. Видишь, как мы тут все это, мы полдома разобрали. Да, да, смотри. Сильно не будем. Вот здесь просто распилил, о, это распилил еще, потом поудергал, вот эти концы сюда, нахуй, ёбану, блядь. Они вырвутся, нахуй. Это поебать. Ну да. Это не ебись тут, оно во льду там умерзло уже все. Нахрена тут мучиться? Ну да, да. О, пильнул такого. Да, что потом одна уже. Ну, еще потом ее хлоп-хлоп сломал. Сейчас, блядь. Все, пилим. Вон какие дыры понаделали. Потихоньку идет процессно. Вон осталось тут. Сколько нам?
упал в машинке. А вот горочку сделать еще здесь такую. И здесь доложить ряд. И все, как раз вот это сейчас распилю. Распилякаю. И на сегодня работа вся закончена. Ой, видите, как работаем, ребят. Даже что, мозоли имеются. Да, так что поставьте Жеке Краснодарскому доктору нашему Айболиту лайк большущий. И подписывайтесь на наши три канала. Северные замуты, рыбацкие замуты. Поиск сокровищ викингов, да? Да. Во. Во. Всем пока. Ждите новых серий. Так что Жека Краснодарский будет нас дальше удивлять. Все. Да. Пока. А эти, да, пока. И эти дрова мы продадим за 4500. Снимать я уже это не стану.